Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В России могут начать выпускать аналоги импортных автозапчастей. Соответствующий законопроект в ближайшее время будет внесен в Госдуму. По мнению депутатов, в нашей стране есть предприятия, которые способны изготавливать комплектующие для авто такого же качества, как и за рубежом. Всех их планируется сертифицировать и включить в специальный реестр. Трасса 101. УАЗ «Патриот» возглавил список отечественных автомобилей 2020 года выпуска, которые за прошедшее с той поры время подорожали сильнее всего. По данным агентства «Автостат», цены на внедорожник выросли в среднем на 43%. Вторая строчка досталась «Лада Ларгус» и «Лада Ларгус Кросс», которые прибавили в цене в среднем 41%. На третьем месте с показателем плюс 40% оказалась «Лада Веста СВ Кросс». Когда наметится противоположная тенденция, при которой трехлетние авто начнут дешеветь, эксперты не прогнозируют. Трасса 101. Около половины российских водителей поддерживает увеличение штрафа за отсутствие ОСАГО. Ранее был подготовлен законопроект, повышающий размер этого взыскания с 800 до 5000 рублей. Кроме того, порядка 40% участников социологического исследования, по данным РБК, выступают против того, чтобы не оформивших обязательную страховку водителей штрафовали с помощью дорожных камер. Трасса 101. Какой все-таки автомобиль выбрать? Новый или подержанный? В последнее время все большее число наших соотечественников склоняются ко второму варианту. Так дешевле, машина уже обкатана, а у добросовестного продавца можно подобрать действительно достойный экземпляр. Именно такие авто предлагает компания «Моторэксперт», говорит маркетолог компании Кристина Баженова. В чем преимущество «Моторэксперта»? Вы приезжаете и получаете all-inclusive. То есть вы приехали на своем авто, например. Вас его оценили, предложили вам сумму. Вы рассчитываете на то, что у вас не хватает на следующий автомобиль средств. Тут же вы можете оформить кредит. Вам еще сделали дополнительную скидку, потому что это трейд-ин. И вы за буквально несколько часов уезжаете из автосалона, в котором, пока вы оформлялись в теплом помещении, угостились кофе или чаем. Если возвращаться к вопросу all-inclusive MotorExpert, вы также, конечно, можете оформить каско ОСАГО по цене страховых компаний. Своих дополнительных услуг мы не делаем. Это можно сделать все в течение одного дня, даже с постановкой в ГАИ. Это очень выгодно и очень удобно. «Моторэксперт» находится в Кирове на Московской 172. Телефон 623-300. Сайт motor-expert43.ru. На этом все. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Трасса 101». До свидания. «Трасса 101».